Всем привет и добро пожаловать на канал Джонни Плей. И сегодня мы посмотрим с вами инди-хоррор, должен быть. Хорош, страшно, теперь я понял, страшно. Старые писюны, не-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 не. Охеренно. Вот оно, какой нахуй Outlast, господи, старые писюны, вот что страшно. Буцы. Хорош. Хереси. Надо одеть всех старых писюнов. Я промахнулся. Тихо. Давай. Господи, я первый раз вижу подобную херню. Полотенце, мое. Писюны. Всюду писюны. Старые сморщенные писюны. Это же мрак. Снайпер. Да ты посмотри, сколько тут херов-то старых. Господи, твою мать. Уйдите от меня. А что мне делать, когда полотенце закончится? Тихо. Все, трындец. Полотешки кончились. Эксит. Опа-на. Хорош, у меня есть чуть-чуть времени, чтобы найти себе пару полотешек. Не-не-не-не-не, зажали старые писюны. Писюны, уйдите! Уйдите нахер! Какие, суки, мерзкие писюны! Ну-ка еще раз! А где мне полотешки-то брать? О! Тайм! Писюн! Еще один! А, я вот как раз вот эти вот красная, желтая херня, это и были полотешки. Я только что, короче, закупился полотешками. Заткнись. Нихера, чем музон изменился? Хорош. Ща бы сюда музыку из этого самого, из голубой лагуны. Полотешки нашел, ништяк. Уйди нахер. Надо занять выгодную позицию, чтобы старые писюны к тебе даже подойти не могли. Слушай, писюны работают вместе. Ты видел, он просто отклонял сейчас все выстрелы. Сколько? Одно полотешко. Ёп, твою мать. Тихо. Ты смотри, отклоняют просто. Ёб твою мать. Я никогда не думал, что старые писюны могут работать вместе. Полотешки кончились. Чё делать? Я не хочу, я слишком молод для этого дерьма. Где полотешки? ХП, мне даже ХП. Нет. Писюны окружили. Все, это конец, мне не выбраться. Отомстите за меня кто-нибудь, пожалуйста. Дубль 3. Сейчас попробуем вообще не тратить ни хрена. Короче, надо максимально метко раскидывать полотешки и прикрывать как можно больше старых писюнов. Ты смотри, стартанул. Они чувствуют, у них... Вижу полотешки, если чё. О, этот даже уже мансовать пытался. Хорош. Тихо, 13 штук еще. Ой, 12. В очередь, сукины старые деды. Не знаю, кто вы. Хорош. Их теперь можно даже не подпускать. Два полотешка. Раз, два, бежим нахер отсюда. Давай. Хорош, бежим. У нас была гениальная позиция. Промахнулся, дебил. Да ты посмотри, сколько, 95 хп, это более чем достаточно. Давай. Ёбаный конвейер из старых писюнов просто. Хорош. Подожди, время нужно. Мне нужно время, я там видел, по-моему, полотешки. Нет, нихера я там не видел. А у меня не закончились, еще вижу. Давай. Хорош, блин. Зажали. Нет, не... Ёп! Это... И чё? Хорош, я ж тебя отдел, гнида! Отвалите от меня нахер, писюны! Нет, он слишком близко! Давайте поставим себе задачу. Мы должны набрать... Вы знаете, фраза «набрать 300 очков» в этой игре звучит как-то неправильно. В игре, где нужно прикрывать старые писюны, фраза «набрать 300 очков» звучит совсем неправильно. Я бы даже сказал грязно.
Куда ты на меня-то залез? Мы не в таких... Один с полотешек остался. Еп. Твою мать. Откуда? Откуда у старых писюнов столько энергии? Там что-то зеленое, там время. Хорош, прикрыл. Они похожи на криперов, кстати. У них много общего с криперами из Майнкрафта. Бежим нахер. Это время. Время нельзя, нельзя. Ой, тихо. Хорош. Еще 25 снарядов. Я промахнулся. Тихо. Тихо. Выгодную позицию. Занимаем выгодную позицию. Как? Вы знаете, многолетний опыт игры в шутеры мне нихера тут не помогает. Вообще ни разу просто. Я никогда не видел столь опасного и злостного и мерзкого врага. Такого хитро вышкаленного. Бежим нахер отсюда. 220. Почти добрались до нужной отметки. Так, зеленое это время. Они, суки, используют технику Наруто. У них та же самая херня. Как она там, клонирование какое-то там. Время не нужно. Если я зайду туда, мне жопа. Нельзя слово жопа говорить в этой игре. Оно тоже звучит неправильно. Все. Что делать? Зажимают. Время, ладно. Выбора нет, надо рисковать. Тут ХП. Нет, тихо. Почти. Ёб, ты видел, сколько их там? Ёбаный отряд старых писюнов. Есть. Сколько? 40 хп. Они уже начали молиться просто своим голым богам. Охренеть, Вы с ума сошли, что ли? Да ты... Ох, нихера себе, красава, попал. Тихо. Сколько? 390 очков. Нет, не очков, баллов. Да, баллов звучит не так страшно. Промахнулся последним. Плохо. Еще. Нужно прикрыть как можно больше гениталий. Время. Время мне не нужно. Мне нужна жизнь. Мне нужно сбежать отсюда нахер. Тихо. Есть. Хорош. 23 хп. 23 хп, твою мать. Где аптечка там есть? Я знаю, я помню. Откуда? Блять, это как зомби. Это как зомби-хоррор, просто звук отовсюду. Слушай, а это тоже ничего... Это были 4 добрых писюна старых, которые пытались меня защитить и оградить от этого ужаса. Все, только... Все, бежим. Ёп. Они всюду, они просто всюду. Я чё? У меня уже почти 500 очков. Баллов. Не надо фразу очков, она меня пугает. Давай. Опять полотенца закончились, да... Кто-нибудь видел еще? Это время. Ага, на том же самом месте. Это хорошо. Давай. Нет. Я, кстати, еще до сих пор не видел ускорения. Ай, тупик. Эти. Просто раздаю. Раздаю как бог. Тихо. А, нет. Полотешки, скорее всего, на месте. Подстава. А полотешек-то нету больше? Полотешек нету, а... Ёп. Где мне взять полотенце? Не. 615 очков, это до хера просто, это 615 прикрытых писюнов. Это просто, мне кажется, мировой рекорд по прикрытым писюнам. Ёп. Тихо. Где могут быть мои полотешки? Ведь нету полотешек. Эй, спасайся. Ёп. Мне кажется, полотешки где-то внутри. Полотешки где-то внутри. Но как мне до них добраться, если это невозможно? О, хорош. Фух, можно раздавать дальше. Тут уже стреляй куда хочешь просто. По-любому какой-нибудь писюн, но прикроешь.
Охренеть, как они быстро улетают. Мне кажется, они просто уходят за угол и, короче, и снимают с себя полотенце и бегут дальше. Просто вливаются в отряды. Собираются в группы. Их надо запретить. Запретить такие группы. Потому что они просто разрушают психику людей. Хорош, хорош, тихо. Давайте, короче, добираемся до 1000 очков, если это получится. И нахер, а то мне кошмары будут сниться. Главное найти полотенце. Никогда в своей жизни я не был так зависим от полотенца. Хорош, хорош, щеманули просто. Как бы эта скорость со мной... Злую шутку... 10! Нет, нет, писюны, писюны всюду! Как мне выйти, как выйти, как выйти? Хорош! Все, опять закончились, да ёп... Где? Осталось буквально найти одно золотое полотенце. Ай, там время опять. Ладно, время тоже неплохо. Там это единственное место, где я реально могу взять. Нет! Тоже плохо звучит, очень плохо звучит. Хитрые старые члены! Походу, это конец. Ой, да заткнитесь вы нахер. Что ж, вот такой забавный проект удалось найти. Теперь я понимаю, почему он находился в разделе хорроров, потому что это нереально как страшно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.